всех швей. Принесут действительно нам добро, любовь и счастье. Тем более, что сегодня, друзья мои, 20 марта, Международный день счастья. Ну, конечно, счастье прежде всего ассоциируется в первую очередь с нашими замечательными, наполненными светом и радостью детьми. Полетели в счастье, ну вернее, поехали вместе с нашим паровозиком и малышами. С такого посыла, посыла счастья и любви, и начался концерт вокальной эстрадной студии «Десерт». Он дарил самые разные эмоции, как мощный безудержный поток настойчиво увлекал за собой. И зрители, повинуясь, то смеясь, аплодировали маленьким живчиком на сцене. Замирали, слыша, как по-новому звучат знакомые каждому строки. Кто пойдет по следу одинокому, сильные да смелые головы сложили в поле. Вместе с артистами признавались в любви родному городу. И находили в себе силы подняться после не случившегося счастья. А потом ликовали, когда светлые чувства возвращались. Они познавали, насколько тяжел и прекрасен труд творческого человека. И всем сердцем, всей душой были на сцене вместе со своими детьми. Небу преданного нашего, Матерь Божия.
Этот концерт, как и сама жизнь, был соткан из самых разных моментов. Он давал повод каждому сидящему в зале погрустить, задуматься, помечтать и снова улыбнуться. Он учил просто жить и верить, что в конечном итоге все будет хорошо. Задачи видела посеять в каждое сердце любовь, посеять в каждое сердце гармонию, в каждое сердце доброту. И чтобы вот сердца, когда в унисон стучат любовью и добротой, вот все это в нашу жизнь воплощается наилучшим образом. Поэтому вот делай добро и бросай его в воду. Вот такой посыл добра и любви. Вы знаете, прям вот я даже не могу вам вот выразить все это. Очень хорошо, молодцы, всем спасибо огромное. Очень светлые, чистые впечатления осталось от наших детей, от наших ангелочков. Дай Бог, чтобы и дальше так было, чтобы дети были такими всегда позитивными, настроены на хорошую, веселую песню, на хорошую жизнь. И дай Бог нам мира на всей планете. У меня впечатление море, потому что мне, во-первых, ребенок первый раз выступал, ей 3,5 года, а концерт очень душевный, песни все подобраны классно, здорово, нам все понравилось. Детки у меня там пританцовывали. А с десертом я знакома очень много лет, больше 10 лет. Я помню, что я тогда еще начинала писать песни и подарила диск руководителю Анне Булик в надежде на то, что хотя бы одну песню из моих они споют. Вот так началось наше творчество, сотрудничество. Ну а сейчас я очень рада, что много моих песен звучат, очень достойно звучат, занимают гран-при и призовые места в исполнении студии «Десерт». Я считаю, это одна из лучших вокальных студий в нашей стране. И педагог, конечно, в бесконечном поиске, в бесконечном стремлении к совершенству и бесконечной любви к тому, что он делает. Поэтому я очень люблю этот коллектив.